19 августа 17 год, Харьков. И единственный, по-моему, оставшийся памятник Ленину в виде октябренка, правда, но Ленин с касками. Ленин и каски. Сад Шевченко недалеко здесь, а вон за заборчиком стоял полноценный памятник Ленина, который благополучно в 14 году снесли. И остался у нас только Владимир Ильич вот в таком урезанном виде.